наш традиционный послематчевый комментарий. С нами Александр Непчелин, сегодня капитанил первый матч. Как тебе? Как впечатление, погода, игра? Ну, игра в целом хорошо, конечно. Некоторые моменты не получались, но, думаю, установку тренера мы выполнили, забили свои моменты. Но могли забить и больше. Погода тоже радует. В такую погоду мы редко играем. Какие были ожидания перед матчем? Играли, по сути, с аутсайдером, да, команда идет на последнем месте. Ожидали, что забьете много или еще больше хотели? Нет, обычно такие команды и дают бой. Вот в начале второго круга, в последних матчах. Настраивались как на хорошего соперника. Потому что первая игра с ними тоже была непростая. Было не очень много моментов, но мы справились. Я уже говорил, первый матч ты капитанишь, да, сегодня не было Андрея Кострикова. Как тебе ответственность, повязка? Ну да, ответственность была большая. Ну как бы собрался с мыслью, вышел на поле, парни поддержали, все получилось. Сегодня мне подсказали по дороге сюда, что ты у нас лидер по передачам, по показателю гол плюс пас. И как тебе вот твоя позиция на поле, она помогает вот созидательной игре, или хотел бы, например, играть повыше, более атаку, или как? Я думаю так, что если тренер считает, что я должен быть на этом месте, значит, это правильно. Мне моя позиция устраивает, с моих передач много забивают, также и мне много передач отдают. Как бы я доволен своим местом на поле и своим игровым временем. Сегодня стык болезненный у тебя получился, да? Долго лежал, как здоровье? Нормально, поначалу просто потерялся, но потом расходился, разбегался и более-менее. Ну, здоровья тебе, удачи, Добрынь. Спасибо.